Всем привет на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовлю куриную грудку в духовке. Горячее блюдо на праздничный стол. Куриные грудки отлично подойдут в качестве горячего блюда на Новый год и займут почетное место на вашем праздничном столе. Сначала я грудки помыла и убираю все лишнее, прожилочки, лишний жирок. Используйте то количество куриных грудок, которое вам необходимо. Я готовила на 4 человека, поэтому мне понадобилось 4 штуки. Затем я их обсушиваю салфетками и в каждой грудке проделываю поперечные надрезы с помощью ножа. Ну, примерно расстояние 1 сантиметр от каждого надреза. Вот такие надрезы примерно должны у вас получиться. Грудки солю, перчу, добавляем специи по вкусу и втираю хорошо специи. Специи нужно втереть с двух сторон. Грудки отставляю и займусь приготовлением начинки. В этот раз у меня будет начинка с базиликом, моцареллой и помидорами. Мелко нарезаю пучок базилика и 2 зубчика чеснока. Берите то количество чеснока, которое вы любите. На сковороде разогреваю кусочек сливочного масла, выкладываю чеснок и начинаю обжаривать на небольшом огне. Выкладываю базилик и продолжаю обжаривать, регулярно помешивая. Долго обжаривать базилик с чесноком не нужно, совсем припустить буквально 3-4 минуты. Затем добавляю сливочный сыр. Можно брать любой сливочный сыр типа Филадельфия или даже заменить его сливками или сметаной. Я добавляю и сливочный сыр, и сметану. В этот раз я сначала обжарила со сливочным сыром, но получается немного суховато, поэтому сметану я добавила уже непосредственно позже в саму емкость. Вот видите, я вам сейчас показываю. Добавила еще 3 столовые ложечки. Немного подсолила, подперчила и все хорошо перемешала. Занимаюсь помидорами. Помидоры очищаю от кожуры, можно это сделать, обдав помидоры кипятком, и убираю всю мякоть и нарезаю на полукольца. Нарезать нужно тоненько, чтобы удобно было затем вставлять в курицу. Нарезаю моцареллу. Можно взять любой другой твердый сыр, если у вас нет моцареллы. Начинаю начинять куриные грудки. Сначала начиняю каждую грудку массой, которую мы приготовили из базилика, сливочного сыра и сметаны. Вот в каждое отверстие хорошо прокладываю сливочный сыр с базиликом. И затем начинаю прокладывать кусочки помидоров. Я сделала 2 куриные грудки с помидорами. И 2 следующие я сделала с моцареллой, потому что у нас не все любят курицу с помидорами в доме, поэтому делайте на ваше усмотрение. Можно вообще прокладывать кусочек помидора, кусочек моцареллы поочередно. Духовку я поставила разогреваться на 180 градусов, на противень выложила фольгу и смазываю ее на тех местах, на которые буду выкладывать куриные грудки, растительным маслом. Я рекомендую смазывать фольгу именно так, чтобы не получилось лишних подгорелостей. Ставим запекаться куриные грудки в духовку, разогретую до 180 градусов, ориентировочно на 45-50 минут. Смотрите по вашей духовке, запекаем курочку до золотистой корочки. У меня она запекалась 45 минут. Посмотрите, какая красота получилась. Пересушивать ее тоже не нужно, чтобы курица получилась сочная. Куриная грудка с базиликом, помидорами и моцареллой получается очень вкусная и ароматная. Отличное блюдо на праздничный стол, на Новый год, день рождения, любой другой праздник. Готовится все быстро, просто, красиво. С начинкой можно экспериментировать, также можно сделать любую другую начинку. На моем канале есть 2 других рецепта с куриными грудками. Ссылочки я вам оставлю в описании под видео, также вы их увидите в подсказках. Надеюсь, этот рецепт вам понравится и вы приготовите и порадуете себя и своих близких. А я всем желаю приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю прекрасных праздников и до новых встреч. Пока-пока!